Владивосток, 24 ноября 2024 года, утро, Покровский парк. Сегодня будет ясная погода, ветра нет вроде сейчас. Там местные жители уже с собачками гуляют. Город постепенно просыпается. Здесь памятник Петру и Февронии установлен. А впереди Покровский собор. Здесь лавочки, на которых теплое время отдыхают горожане. Там с собаками гуляют. Мужичок утреннюю зарядку делает. Листья лежат опавшие. Снега еще не было. Кто-то куда-то утром спешит. Доброе утро, Владивосток.